Мир вам, дорогая церковь. Сегодня молодежь готова потрудиться, раскрывать тему отношения друг с другом. Мы попросим, чтобы Господь благословил их. В дальнейшем будет членское собрание по приему в члены церкви крещаемых. Помолимся. Господь, перед величием Твоим мы сейчас стоим и благодарны Тебе за то, что милость Твоя над нами, над нашей молодежью. Благодарим за то, что они посвящают свою жизнь Тебе. Сегодня желает раскрыть тему об отношениях друг с другом. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их. Благословил отцовским благословением. И тема была раскрыта и в песнопении, и в слове проповеди, чтобы мы могли становиться лучше, и наши отношения становиться более, по слову Твоему. Благослови, Господь, каждого из нас принимать и не только слушать, но в дальнейшем исполнять, чтобы мы уподобились мужу благоразумному. Благослови наши молитвы, зажги наши сердца к общению с Тобою, чтобы от этого общения с Тобою и наши отношения друг с другом, они становились лучше. Действуй Духом Святым, Тебе да будет слава. Аминь. Yeah.
цей подарований. Ми живемо милістю, що з небес зійшла. Богові вклонімося, вдячністю наповнені, хай лунає Господу з наших уст хвала. Співайте, співайте для Божої слави, хай пісня до неба летить величаво. Господь поєднав нас, дітей і дорослих, любов'ю своєю з небес високості. Хай серця очистяться щирою молитвою, хай веде щоденно нас істина свята, щоб акордом вдячності пісня ця полинула, щоб від серця славила вся земля Христа. Співайте, співайте для Божої слави, хай пісня до неба летить величаво. Господь поєднав нас, дітей і дорослих, любов'ю своєю з небес високою.
Как сегодня уже сказал Василий Иванович, молодежь, которую избрала, это отношения друг с другом. Знаете, в наше время на самом деле это актуальная тема, потому что сейчас такое время, когда у людей действительно много разногласий, много вопросов, много каких-то проблем и непониманий друг с другом. Когда их близких, их родных людей кто-то обижает, да, чего-то лишают, люди обозляются и не знают, как правильно себя вести, даже христиане принимают какие-то неправильные решения и не имеют любви ни к друг другу, ни к Богу. И сегодня наша группа, наша молодежь хочет избрать такую тему, чтобы понять, как нам в это время, христианам, людям, верующим в Бога, нужно относиться друг к другу, каково отношение должно быть наше. Что об этом говорит Библия? Потому что в этом мире, знаете, много людей, у которых есть свое мнение. Это мнение складывается из чего угодно, да? Из каких-то там интернета, из телевидения, из собственного жизненного опыта или каких-то людей, которые просто авторитетно сказали, что это так правильно. У меня есть даже одна знакомая, которая говорит, я отношусь к людям настолько, насколько они относятся ко мне. Как ко мне, так и я отношусь. Есть другие люди, которые говорят, что я отношусь к людям настолько, как они поступают. Вот если они хорошо поступают, я с ними буду дружить. Если их поступки там заставляют людей страдать, это плохой человек, я с ним даже общаться не буду. Я даже пройду мимо него и не взгляну на него. Но какое мнение должно быть наше к отношению друг к другу, к людям, окружающим нас? Ведь наше христианское отношение ко всем, всех нас отношение к людям должно быть одинаковое. То отношение, которое говорит нам Библия. И место, которое я хотел прочитать, это Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 стиха. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я хотел обратить внимание на 38 стих. Это слова Иисуса Христа, что Он говорит, «Вторая же заповедь, возлюби ближнего, как самого себя». Для начала, да, хотел разобраться, кто такой ближний. Когда Иисуса Христа ученики спросили, кто мой ближний, Он сказал им притчу, да, притчу о самарянине, которую мы все прекрасно знаем. Я не буду говорить, я не буду ее читать заново, но из этой притчи смысл понятен, что ближний – это каждый человек, который находится в общении с нами, на которого мы можем повлиять, да. Это каждый человек, который встречается нам на пути. Тот, который нуждается в нашем внимании, возможно. И сейчас вот 21 век, да, когда век технологий, у нас есть мобильные телефоны, есть интернет. Я склонен считать, что наш ближний человек – это не тот, который даже мы можем видеться каждый день. Этот человек может быть далеко, но он может нам ближний, потому что мы можем иметь какие-то взаимоотношения с ним, мы можем влиять на него. И через это этот человек тоже является нашим ближним. И как же нам к нему нужно относиться? Тут написано, что мы должны его возлюбить. Но возлюбить не просто человека, да, как говорят, не просто на словах «я тебя люблю», там, «ты хороший», но возлюбить как самого себя. Знаете, может быть, не каждый задумался, но на самом деле мы все любим себя. Каждый из нас любит себя. Мы себя кормим, мы себя одеваем, обуваем, мы себе даем отдых. Даем какое-то развлечение, досуг какой-то себе устраиваем. И каждый заботится о себе, да? Но Иисус говорит, что мы должны относиться к другим людям так же, как к себе. Вот представьте, что идет человек, которому нужна помощь, и вы тот человек, который можете эту помощь оказать, да? И если бы это была ваша проблема, вы бы определенно ее решили. Но так как это не ваша проблема, вы остаетесь равнодушными и проходите. Но Иисус говорит, что это мы должны возлюбить как самого себя. Если мы имеем возможность решить эту проблему или помочь человеку, мы должны это делать. Если человек голоден, мы должны накормить. Если он нах, мы должны его одеть. Потому что в этом заключается любовь. Любовь к ближнему. А именно так нас учит Священное Писание. Как самого себя нам нужно любить ближних. Но в нашей жизни встречаются люди, которые нас обижают. Возможно, в чем-то делают нам какие-то неприятные ситуации, заставляют нас что-то делать.
обижают, нас бьют. Как нам относиться к таким людям? Как нам можно их любить? Кажется, это на самом деле очень трудно. Но что говорит Священное Писание на этот повод? Это записано Матфея 5 глава 44 стихом. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Мы видим, Иисус Христос говорит, что наше отношение к людям не должно зависеть от их отношения к нам. Неважно, как эти люди к нам относятся, что они с нами делают, наше отношение к ним должно быть одно. Мы должны их любить, мы должны их помогать и являть им действительно тот свет, ту любовь Иисуса Христа, потому что так нам повелел нам Иисус Христос. Еще одно место, на которое я хотел обратить внимание, это Иакова, 2 глава, 8 стих и 5. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступником, преступниками». Итак, знаете, важно действительно проявлять любовь нелицемерную. Важно каждому из человеков относиться одинаково. Я, знаете, замечал в своей жизни за собой, что в моей жизни почему-то есть такие моменты, когда одному человеку мне хочется сделать, да, хочется помочь, но когда другой человек какой-то нуждается в помощи, мне почему-то не всегда есть желание ему помочь. Возможно, нас кто-то огорчил, кто-то обидел, да? Кто-то отказался нам помочь, когда мы просили его. И когда этот человек нуждается в помощи, мы бываем, проходим и остаемся равнодушными, и не помогаем этому человеку. Бывают наши друзья, бывают наши враги, но это не важно. Мы написано, что наше отношение должно быть нелицеприятным. Мы не должны смотреть на лицо человека, мы не должны смотреть на дела человека, которые он поступил, чтобы оказать ему помощь, чтобы показать ему тот пример и то отношение, которое должно быть у нас к этим людям. И последнее место, последнее, что я хотел сегодня сказать, это я хотел обратить внимание на 37 стих. Написано, когда у Иисуса спросили, какая наибольшая заповедь, Иисус сказал, чтобы возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей. Мы думаем, иногда нам кажется, что мы сможем любить людей, не имея хороших взаимоотношений с Господом, не имея тех взаимоотношений, которые на самом деле должны быть. Не имея любви к Богу, мы никогда не сможем иметь любовь к людям. В Иоанна, 1 Иоанна 4 главы 8 стихе написано, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Наш Господь является любовью, и в нашей жизни сможет преобладать любовь только тогда, когда мы сможем познать Бога, а иначе это будет обманом. И 1 Иоанна 4 главе 20 стихом апостол Иоанн заявляет, что мы любим детей, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? То есть мы видим, что в первую очередь в нашей жизни, прежде чем любить нам брата, прежде чем любить окружающих и относиться к ним с любовью, в нашей жизни должна быть любовь к Богу. Только тогда Господь сможет преобразить наше сердце настолько, чтобы мы могли любить наших ближних. Любовь Бога – это наивысший приоритет нашей жизни. Мы должны жить, чтобы действительно, чтобы любовь Господня проявлялась в нас, чтобы наша любовь проявлялась к Богу в наших отношениях, в нашей жизни. И сегодня, да, если мы смотрим в нашу жизнь, я хотел бы, чтобы сегодня каждый посмотрел на себя, на свои отношения друг к другу, какие мы, какие наши поступки. Любим ли мы друг друга? Хорошо ли мы относимся друг к другу? И если нет, то, возможно, вопрос стоит еще предыдущий. Любим ли мы Бога? Познали ли мы Бога?
имеем ли мы к Нему любовь. Поэтому, братья и сестры, давайте сегодня каждый проверит свое сердце, чтобы в наше сердце, в нашей жизни была любовь не только к друг другу, но в первую очередь к Богу, а потом уже нам нужно правильно относиться к друг другу с любовью и пониманием. Давайте помолимся. Аминь. Все Божьей воли.
кто тебе до него, до чужого раба? Наблюдаешь за ним, где упал он и как? Почему это так раздражает тебя, раб чужой, словно злейший твой враг? До чужого раба, что тебе до него? Ты торопишься свой выносить приговор, совершенно забил про себя самого. На рабе, на чужом, видишь грех и позор. Про раба, про чужого не можешь забыть. У него есть хозяин, который не злой. Раб чужой, он научится снова ходить. Господин это знает, а ты кто такой? Все пороки видны на чужом, на рабе. Но с пороков чужих лучше взгляд отвести. Как рабу подниматься, решать не тебе. Ты не Бог всемогущий, и в судьях не ты. Раб чужой, он не глуп. Он сумеет понять, что грешить – это плохо, что грех – как беда, что лицом грязь пристыдна и надо вставать, что без Бога нельзя устоять никогда. До чужого раба, до него тебе что? Сам на Бога смотри и за Богом иди, и тебя в колею не столкнет пусть никто. Ты сегодня стоишь, завтра не упади, и Бог в помощь. Чужого раба не вини, чтоб скорее он встал, за него помолись. Не побрезу павшим и не оттолкни, милость выше суда, стать судьею страшись. И поднимется снова, пойдет этот раб, ты тогда удивишься, что он не чужой. Скажешь Богу в молитве, спокоен и рад. О Господь, я ведь тоже раб твой. Слава Богу. Не подходит, люби любовь, другого не обходит,
трудно себе представить любовь к ближнему без связи с любовью к Богу. То есть эти вещи неразрывны, мы их нельзя разрывать, потому что если человек Бога не любит, либо у него очень редкие с ним отношения, то и любовь к ближнему будет такая же. Время от времени, от случая к случаю, трудно назвать это отношение любовью. И все псалмы, и Слово Божие, и проповедник предыдущий, все указывают на то, что эти вещи, любовь к Богу и любовь к ближнему, эти понятия неразрывны. Для верующего человека это понятие неразрывны. И очень хороший стих, очень ярко иллюстрирует этот момент. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Посмотрите, на что делает ударение Слово Божье. В первую очередь, нам призывают любить друг друга. «Будем любить» – это повелительное наклонение. «Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Источник любви – Бог. Я уже говорил этот пример много раз, что Бог является источником любви. И неоткуда больше человеку взять любовь, как только от Него. Только от Него Бог, верующий человек, Дитя Божие, берет любовь и распространяет его на окружающих, на остальных, являясь таким образом передавая любовь через себя. 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божья открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Посмотрите, раскрывается несколько очень важных истин. Первый момент, что Бог есть любовь, то есть Бог является источником любви. И один, я когда проводил этот пример, что мы являемся с вами как трубы, которые берем до этого источника эту любовь и распространяем на остальных. Сам по себе человек любви в себе не имеет, и он сам ее ниоткуда ему взять. Но любовь только тогда в нем есть, когда он наполняется из этого источника, наполняется и передает ее дальше другим людям. И очень хороший совет, если жены хотят, чтобы их мужья носили на руках, толкайте своих мужей к Богу, чтобы отношения у мужей с Богом были постоянные, стабильные. Тогда эта любовь будет на вас изливаться через мужей. Они будут теми сосудами, которые будут изливать на вас Божью любовь, потому что они будут черпать у Бога эту любовь. Это очень, очень правильно, очень здорово, когда этот принцип понимается и в жизни он выполняется. Тогда у мужчины, который предназначен быть в общении с Богом, как священник в семье, это Божье предназначение, Божье установление, замысел. Вот, когда мужчина не имеет этих постоянных отношений с Богом, он от случая к случаю, время от времени, тогда и такие же отношения у него в семье. Так же любовь, вот так вот по чуть-чуть, сейчас по чайной ложке изливается на его окружающих, на его жену, на его детей и так далее. Потому что не взял любовь, нечего через себя передавать. Посмотрите еще на что открывает нам здесь. То есть источник любви Бог, и мы только должны его, этот любовь через себя передавать. Написано, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И будем любить друг друга. Вот Божье повеление. Дальше. Любовь Божья, 9 стих, любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, то есть за грехи, да, в жертву. Любовь Божья – это не чувства, это не эмоции, но это поступки, это действия. То есть любовь – это в первую очередь действие, это решение сердца человека, когда он принимает решение любить другого. Очень часто это решение принимает молодой мужчина, да, когда становится мужем, он принимает решение в своем сердце любить свою нареченную невесту. То есть это правильно. И вот это, когда он принимает это решение с Божьей помощью, то есть он все время этого решения придерживается, и Бог благословляет и укрепляет узы брака.
То есть любовь – это действие, это решение сердца, это поступки. Это не, не, но украшаются, как украшение, может быть эмоции, эмоции, но в первую очередь это поступки, это действие человека. Его забота жертвенная, забота о другом. Так же, как Бог позаботился о человеке и послал своего Сына за грехи. Давайте посмотрим еще очень место. Послание к филиппийцам, 2 глава. Очень ярко описывается. Так, 2 глава с 1 стиха. Послание к филиппийцам, 2 глава с 1 стиха. Апостол Павел пишет филиппийцам. Филиппийцы – это были христиане церкви Филипп, которые были очень жертвенны. Наверное, никакая другая церковь не была столько жертвенна, как были жертвенные филиппийцы. Они были в скорбях, они были в глубокой нужде финансовой. Но в то же время они жертвенно себя отдавали для апостола Павла, и всячески, где бы он ни был, они заботились о нем. Коринфяне, будучи богатыми, такой заботы не проявляли. Другие церкви такой заботы ярко не проявляли. Но филиппийцы везде были апостолу Павлу по опорой, поддержкой. И он дает им такое очень глубокое наставление. Филиппийцам 2 глава, с 1 стиха. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Та же мысль повторяется или подтверждается, что то, что есть во Христе, необходимо проявлять в нашей жизни. Во Христе это есть, оттуда надо это взять и проявлять свои, в своей жизни, проявлять в своей жизни эти качества. Единомыслие, любовь, единодушие. Ничего не, третий стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Ничего не делайте по любопрению. Любопрение – это любовь к прениям или любовь к спорам. Или по тщеславию, то есть по из чувства гордости, тщеславия, тщетная слава, гордыня. «Но по смиренномудрию почитай один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Посмотрите, в этих стихах противопоставляются эти моменты. Апостол Павел указывает на то, что человеку свойственно делать в силу его эгоистической натуры, ветхой природы, греховной. Любопрение, тщеславие – это то, что прет человека буквально на каждом шагу, если человек не находится в Боге. Вот. Тщеславие, любопрение – это буквально вырастает, как мощные сорняки. Но, и указывает, что это естественно, но человек верующий должен поступать неестественно, как поступают грешники, но по смиренномудрию почитать один другого высшим себя. То есть он должен переступать это желание поступать как грешники, да? Вот, но почитать один другого высшим себя. То есть заботиться не о себе, служить не своему «я», не своей гордыне, а служить другому, почитать один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Свойственно любому человеку заботиться только о себе. Это эго, это наше «я», это то, чему многие люди этого мира служат до конца своих дней. Но написано, но не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. То есть указывается на те связи, которые укрепляют церковь как семью и делают ее одним целым, монолитом. И дальше Писание указывает на пример, который проявил Христос, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Чувствования – чувства. Чувствования или чувства в действиях. Чувства в поступках проявленные. Так разъясняется это слово «чувствования». «Какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть не почитал грабежом, в другом переводе, грабежом быть равным Богу. То есть он был действительно Богом. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Не почитал хищением быть равным Богу». То есть он не самозванец, он на самом деле является Богом. Потому что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть он не самозванец, он на самом деле является Богом. Богом, но уничижил, написано, себя самого, принял образ раба, то есть образ раба, не стал рабом, но принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирив себя, был послушен даже до смерти
и смерти крестной. То есть мы видим его уровень, его смирения перед Богом, уровень смирения его ради людей неверующих. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. То есть за смирением пред Богом идет слава. Бог превозносит всех тех, кто смиряет себя перед Богом. Есть смирение перед, в общем, была такая проповедь, смирение перед обстоятельствами или смирение перед Богом. В чем разница? Смирение перед обстоятельствами, когда мы уже смиряемся, потому что другого выхода просто нет. Смирение перед Богом, когда мы понимаем, что нужно смириться, делаем добровольно, хотя у нас, возможно, еще много других вариантов поступков. Вот, и Христос добровольно смирил себя, чтобы спасти все человечество. И именно вот такое смирение ценно перед Богом. Смирение перед Богом особенно ценно для Бога. То есть, когда у нас есть свобода, когда у нас есть еще другие варианты наших, мы можем сделать то, другое, третье, но мы знаем четко, что нам нужно смириться, и мы делаем этот шаг. Вот. Не тогда, когда нас Бог так зажал со всех сторон, а когда мы можем, когда у нас есть свобода, мы смиряемся перед Богом, и вот это смирение перед Богом особенно ценно. Это смирение Бог награждает. Как наградил Христа. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Также, выборочно буду читать, еще один яркий пример такого же смирения, которое имел Христос, это апостол Павел говорит еще о таком примере, 16 стиха. Содержа слово жизни к похвале моей, это наставление давал Павел филиппийцам, чтобы они содержали слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился. Но если я и соделываю жертву за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. То есть мы видим, что Павел ради филиппийцев становится жертвою, да? И он рад быть в этом качестве. Он понимает, что это Богу угодно, и он этим Бога прославит. 19 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Еще один пример показывает апостол Павел, еще один пример человека, который заботится, имеет чувствование Христа Иисуса в себе. Эти чувства проявляет к другим людям, к филиппийцам. Это Тимофей. 25 стих. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, и вашего посланника, и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть вас, всех вас, и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы увидели его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы восполнить недостаток ваших услуг мне». То есть филиппийцы послали в свое время Епафродита, это был их не посланник. Послали с определенной суммой денег, и когда он пришел в Рим, он там заболел смертельной болезнью, и Павел о нем очень долго молился, и по милости Божией Епафродит выздоровел. Он был посланник филиппийцев, и снова Павел отсылает его обратно, чтобы филиппийцы возрадовались его выздоровлению и его появлению у них. Мы видим, что это еще один пример того, как человек, Епафродит, имел чувства Христа Иисуса в себе, и как он проявлял их по отношению к другим людям, проявлял по отношению к апостолу Павлу. Все эти примеры, Павел, Тимофей, Епафродит, все указывает на то, приводится Писанием для того, чтобы показать, что иметь чувства Христа Иисуса в себе и распространять их на других – это реально.
Это возможно. Это можно делать, если человек этого захочет. Если человек будет черпать у Бога, будет находиться у Божьего источника, будет тем самым сосудом или трубою, которая берет у Бога любовь и распространяет на других. Когда эти отношения, то есть когда вот это, когда он берет у Бога, это стабильная ситуация, когда он все время с Богом общается, когда он стабильно пополняется Божьей любовью и отдает ее окружающим, семье, детям и другим людям. И чем больше это пополнение идет человека у Божьего источника, тем больше этой любви, тем оно постояннее, тем оно стабильнее. Пусть Господь благословит нас понимать этот принцип, что если мы пополняемся Божьей любовью, если мы находимся с Богом в постоянных отношениях, тогда наши семьи будут крепкими. Тогда наши отношения будут крепкими, тогда наши жены будут находиться в любви своих мужей. Потому что это будет естественная ситуация, когда берешь любовь у Бога и отдаешь ее в свою семью. Это будет постоянное явление. Пусть нас Господь благословит это, и мы помолимся. Аминь. Будет она выполняема в нашей жизни. Может быть, сегодня в заключении этой первой части нашего собрания у кого-то есть желание помолиться, молиться, молитва покаяния. Если кто готов сегодня к этой молитве, пожалуйста, проходите. Господь, Ты знаешь переживания Герлины и ее поступок, Господь, и все, что есть в ее жизни негативное. Молим Тебя, чтобы Ты простил ее и очистил. Очистил сердце ее и наполнил любовью к людям, Господь. Очистил и уста ее, чтобы она говорила только доброе ради Иисуса Христа. Соверши Твою Божью перемену в ее душе, в ее сердце, чтобы она была наполнена Твоими чувствованиями. Молим Тебя за ту женщину, чтобы и она могла также правильно понять и не огорчиться, и снова прийти в Дом Божий, чтобы искать лица Твоего. Помоги, Господи, в ее трудностях и переживаниях. Ради Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.
Просим церковь помолиться за благополучный перелет из Киева в Сургут. Верим в силу молитвы с любовью Горячевой. Это они просят за свою дочь Аллу Владимировну. Я правильно понял, да? Хорошо, помолимся, и в дальнейшем будет наше членское собрание по местной церкви. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты желаешь, чтобы наши отношения с Тобой, они были всегда в любви, всегда стабильны, всегда постоянны. Мы понимаем, что любовь только у Тебя. Ты являешься источником этой любви, любви агапи, жертвенной любви. Поэтому мы просим Тебя и черпаем ее у Тебя, для того, чтобы наши взаимоотношения, они складывались тоже на основании любви, чтобы тот ближний, который оказался в беде, чтобы мы не проходили его, мы могли проявлять участие, и то, что может сделать рука наша, мы делали. Будь милостив и благослови, чтобы отношения в церкви, в семье, в обществе всегда складывались по Твоим чувствованиям. Как Ты относился, Господь Иисус, к людям, так и нам помоги, дай нам силы относиться так же. Благодарим Тебя за молитвы народа Твоего и то, что внучка с зятем доехали благополучно в Россию. Благодарим Тебя за то, что Ты хранил, помогал и поддерживал. Слава Тебе за это и просим Тебя, чтобы их сердца были всегда благодарны Тебе и были посвящены Тебе. Молим Тебя за Аллу Владимировну, чтобы Ты благословил ее перелет с Киева в Сургут, и он достаточно продолжительный. Мы просим Тебя, чтобы этот перелет был безопасный, чтобы и она могла видеть Твою заботливую руку и также посвятить свою жизнь Тебе. Благослови, Господь, каждого, кто сегодня пришел в Дом Божий, кто сегодня уйдет, а кто останется на членское собрание. Пусть Твоя благодать будет всегда с нами. Молодежь, благослови, чтобы они всегда готовились, всегда были готовы прославить Тебя и в песнопении, и в проповеди, и в молитвах своих. Тебе да будет слава в жизни каждого из нас. Аминь.